Проблема яиц беспокоит не только россиян, но и американцев. Эта категория в затратах домохозяйства выросла год к году на 34%. Обсудим отчет последний о затратах домохозяйства в нашей первой части этой программы. Прямо сейчас рынки сейчас. Это Никита Макаров. И обсудим коротко конъюнктуру. Стартовали торги после фактически негативного закрытия американского рынка. Не понравились данные по инфляции инвесторам. А, точнее, они не отреагировали позитивно, хотя все СМИ пишут, что ФРС удается бороться с инфляцией, она снижается. И базовый показатель PCE 2,9% в годовом выражении, что ниже 3%, но выше таргетов 2%. И это вроде как обнадеживает, потому что ФРС должна снижать ставки, но рынок труда по-прежнему силен. На этой неделе выходят данные по количеству вакансий. Все это обсудим, но пока что фьючерсы на американские индексы смотрят плоско и некоторые даже снижаются. Вроде фьючерсы на Dow Jones около 12 сотых, S&P 500 торгуется плоско, и NASDAQ высокотехнологически 9 сотых прибавляет. На азиатских торгах отыгрываются новости решения властей заградительные меры ввести на кредиты, на шорты некоторых акций. Это вроде как позитивно. С другой стороны, никаких толковых мер по поддержанию рынка нету. Вливают ликвидность через репо, но не более того. Гуанчжоу снимает некоторые ограничения на рынке недвижимости. Ну а Evergrande почил в Азе. Больше эта компания не существует. Не договорились с кредиторами на этих выходных. И суд в Гонконге признал необходимость ликвидировать эту компанию. Country Garden на этом фоне свои активы распродает, а скупают земли теперь интернет-техгиганты. 0,7 гонконгский индекс Консен прибавляет. Европа пока закрыта. На российском рынке ожидаем умеренно позитивного открытия. Сейчас фьючерсы на российские индексы смотрят вверх. На ММВБ фьючерс прибавляет 0,25%. И, скорее всего, так и откроется в небольшом плюсе. Во второй части программы поговорим про перспективы российского рынка на этой неделе. На товарной секции нефти на споте стоит $83.62 за бочку Brent. Атаки хуситов на нефтяной танкер с российской нефтью подогрели котировочки. И вроде как был иммунитет у нефти, но вот сейчас этот миф разрушен, и, скорее всего, нефть будет дальше расти. Золото $2026 за тройскую унцию, 0,5% прибавляет. Газ в Европе подорожал на процент, меньше $300 все равно за 1000 кубометров. И больше всего дорожает алюминий, 1,5% добавил на товарной секции. Рубль по отношению к доллару вернулся за 90 и стоит сейчас 89.98, $1, 0,27% рубль теряет, 0,15% теряет против евро, 97.56, и против юаня 0,12, 12.50 рублей за юань. Пара евро-доллар и доллар против корзины мировых валют стабильны на международном валютном рынке. Десятилетки американские больше 4% дают, и биткоин 42 тысячи торгуется прямо сейчас. Давайте поговорим поподробнее про американский рынок, про макроданные последние и что нас ждет на этой неделе. Наталья Смирнова, финансовый консультант, присоединяется к нам в прямой эфир. Наталья, доброе утро. Да, доброе утро, доброе утро. Наталья, в эту пятницу вышли данные, на которые ориентируется Федеральная резервная система, затраты домохозяйств. Из интересного, яйца дорожают примерно так же, как в России, год к году. Конечно, много категорий теряют двузначные цифры в годовом выражении. Насколько вообще обнадеживающие эти данные, и есть ли свет в конце туннеля для ФРС, или пока рано радоваться? Ну, в целом, да, конечно, инфляция вышла 3,4, ждали 3,2, но, в общем-то, расхождение не такое страшное. Если говорить про ставку, то я думаю, что ничего страшного не происходит. Просто если раньше ждали, что в марте, уже на мартовском заседании ФРС может начать снижение, то сейчас, скорее всего, это все-таки май. И с учетом того, что ранее выходили очень хорошие данные по ВВП,
то, соответственно, можно сказать, что экономика Соединенных Штатов, она достаточно хорошо себя чувствует. Рост ВВП оказался выше прогнозов. Ждали около 2%, получилось 3%, там даже с небольшим. И, соответственно, ничего критичного не происходит, но многое покажет эта неделя. Если хорошо отчитаются бигтеки, у которых доля в S&P где-то процентов 20-30, в зависимости от того, кого туда включать, то можем продолжить дальше ралли. Если говорить про это ралли, да, то насколько вообще высоко могут забраться индексы, какие сейчас прогнозы и что может быть драйвером для такого роста? Ну, наверное, самый основной драйвер – это, если, как я уже сказала, на этой неделе бигтехи отчитаются лучше ожиданий, и тогда мы можем увидеть и плюс 2, и плюс 3, и так далее по S&P, соответственно, по NASDAQ. Как долго это все может продолжаться, я думаю, будет зависеть от того, что дальше будет с инфляцией, и что 31 января будет говорить господин Пауэлл на своей традиционной конференции. Вот да, я скорее про это спрашивал, да, что может ли таким катализатором роста стать заседание ФРС, и что вы конкретно ждете от этого заседания? Я думаю, что высказывания будут очень аккуратные, что, опять же, ну, то, что мы всегда слышим уже последний год, это таргет 2%, мы будем аккуратны, мы не должны спешить с понижением ставки. То же самое, что до этого говорил ЕЦБ на прошлой неделе, 25-го, когда они заседали. И я думаю, что из этого мы поймем, что, скорее всего, в марте снижения не будет. И я думаю, что если с высказыванием немножечко, скажем так, перегнут в плане жесткости, то даже если бигтехи хорошо отчитаются, то этот скачок будет незначительным, и дальше после выступления Пауэлла может быть некоторая коррекция на ожидание, что все-таки не так все радужно. Поэтому вот эти две противонаправленные силы, либо ФРС будет довольно жесткое высказывание, и мы увидим, что скорее это май в плане начала снижения ставки. Если это будет, даже если сумасшедшим образом отчитаются бигтехи, может быть, и не получится такого суперралли. Если высказывание ФРС будет достаточно мягким, и они скажут, что в принципе посмотрим, и там дальше будет видно, но не будет совсем, что называется, жести и четкого намека на май, может быть, даже и ралли не захлебнется, если бигтехи хорошо отчитаются. И я осторожничаю, я считаю, что раньше мая снижения не будет, и поэтому... Ну да-да, я вашу позицию ловил, да, частично я солидарен с вами, что действительно Джером Пауэлл будет, как всегда, очень осторожен в высказываниях, но если посмотреть на опрос аналитиков и что пишет Bloomberg, то рынки, конечно, ждут наоборот, причем на отчете именно о затратах домохозяйств, они ждут глубинного сигнала от Джерома Пауэлла в эту среду, то есть все внимание будет, конечно же, на пресс-конференции. Конференцию после публикации ставки. Что ставку не снизят, это, наверное, консенсус. А вот что будет в марте, это, конечно, большой вопрос. Мое личное мнение, что, конечно, ее тоже не снизят и в марте, пока особых причин нет. Ну и самое главное, что вряд ли, наверное, ФРС будет принимать во внимание отчет вторника, потому что это данные будут частные по количеству вакансий. Но в пятницу уже будет безработица. Наверное, это тоже какой-то будет маркер для рынков. Как вы думаете? Я думаю, да. Во-первых, уже будет понятно, что сказал господин Пауэлл. Во-вторых, посмотрим на ситуацию на рынке труда. Но, тем не менее, все равно, согласитесь, 3-4 по инфляции – это все-таки выше, чем ожидалось. И рост продолжается. Было совсем недавно 3%, сейчас мы видим 3,1%, и сейчас уже 3,4%. Поэтому пока какой-то суперпозитив я на март и не жду. Я буду ждать в феврале данные за январь. Если там будет снижение, я думаю, что в марте просто... Вот как раз в марте, может быть, какие-то глубинные нотки от господина Пауэлла.
и не раньше. Но они, поэтому, знаете, как рассуждают, что... это как бы да. действительно общая инфляция там выше 3%, но вот PCE в декабре подрос на скромные 2,2 месяц к месяцу, годовой прирост замедлился до 2,6, базовый PCE 2,9 в годовом выражении, это близко к ожиданиям на декабрь, и вот как будто бы уже ниже 3%, хотя я с вами больше согласен в том, что замедление затормозилось, снижение замедлилось, если говорить аккуратно, но сейчас непонятно, будет ли еще новый виток инфляции, связанный с напряженностью в Красном море, плюс любопытные все равно мероприятия проходят в Соединенных Штатах Америки, если так можно назвать, ну, как, понятно, что Техас — это какая-то карта, которую разыгрывают республиканцы в борьбе с демократами, но вот на фоне этого последовал некоторые ограничения от администрации Байдена на новые контракты на сжиженный газ, и, возможно, это подтянет помимо нефтяных котировок еще газовые котировки, что потом отразится в инфляционных. Но это все с лагом будет появляться в статистике, поэтому пока что вроде как даже тактика ФРС работает. Но вы много раз сказали про... отчеты бигтехов, почему это так важно? Расскажите нам, и чьи отчеты ждем, и кто должен хорошо отчитаться, чтобы рынок уверенно себя чувствовал? Ну, наверное, больше всего, если говорить про бигтехов, ждем и Alphabet, ну, бишь Google. Посмотрим, как будет отчитываться. Ну, Meta, я думаю, в меньшей степени меня, честно говоря, интересует. Потенциально также смотрю на Amazon. И если говорить про бигтехи, меня больше всего интересует не то, как они отчитаются, сколько то, какой прогноз они поставят на грядущий вот этот 2024 год. Потому что давайте вспомним, как отчитывался Intel. Не так уж и страшно, на самом деле, отчитался, но все испортило его прогноз на грядущий год. Поэтому меня интересуют больше прогнозы. Если эти компании себя будут чувствовать позитивно и поставят прогнозы на этот год выше ожиданий, то тогда, скорее всего, рынок дополнительно воспрянет и будет считать, что есть позитив. Поэтому я жду даже не то, как они скажут, как был и как собой представлял, что собой представлял 23-й. Я жду то, что они скажут по своим планам и прогнозам на 24-й. И это основное, что я жду сейчас в отношении вообще абсолютно всех направлений, но бигтехи, наверное, номер один, потому что именно на них приходится значимая доля S&P. 20-30%. Если да, Goldman да, как раз написал об этом, да, что рекордный уровень великолепной семерки достиг 30% весь S&P 500. Как раз на этой неделе все 5 бигтехов отчитают, включая запрещенную в России и признанную экстремистской мета. Да, обязательно это будет влиять на динамику рынка акций, но вот Goldman считает, что из-за того, что стоимость хеджирования риска падения цен на акции упала до низких уровней в истории, то сейчас вот как-то пониженный уровень страха, и инвесторы расслаблены, не переживают о возможном падении, хотя, скорее всего, на разочаровании в марте от непонижения ставки это падение может произойти. И многие инвестдома это ожидают, падение рынка акций в первом полугодии 2024 года и с последующим ростом к концу 2024 к выборам. Но это то, что пишет Goldman. Давайте коротко в течение минуты ваш прогноз на 2024 год. Ждете ли вы падение в первом полугодии так же, как Goldman, и роста потом к выборам? Вы знаете, я скорее жду болото где-то в районе марта месяца, потому что если в марте ФРС ставку не снижает, то это будет некоторое разочарование ожиданий тех, кто сейчас на позитиве. И в марте, соответственно, если ничего не происходит, я буду ждать май. И если в мае будет просто некий голубиный сигнал, но ставка тоже не снизится, это будет классика «sell in May and go away». Все. Поэтому я жду какой-то позитив ближе ко второй половине этого года, 24-го. Безусловно, буду следить за выборами. И это, наверное, основное, что меня интересует в этом году. Длинные позиции сейчас не открываю. В основном спекулирую и стараюсь дольше, ну, недели в каких-то позициях не находиться. Потому что по-прежнему осторожничаю. Когда я вижу рост инфляции, даже не супер страшный, я понимаю, что еще есть некоторый временной лаг в том, чтобы увидеть, как повышенная ставка сказывается на разных отраслях
Я понимаю, что Пауэлл — это товарищ такой довольно жесткий, целенаправленный, и пока он не увидит динамику к 2%, он от своей точки зрения Ну, не быть осторожным отступит. — это хороший совет, да, хороший совет, да. И спасибо большое за него. Наталья Смирнова, финансовый консультант, была с нами на прямой связи. Прямо сейчас перейдем к российскому фондовому рынку, обсудим план на эту неделю. Степан Сумин, управляющий активами Креско Финанс, присоединяется к нам. Степан, доброе утро. Доброе утро. Что интересного на российском рынке на этой неделе и как вообще смотришь на конъюнктуру? Что важно знать инвестору? Для нас будет интересно посмотреть на Positive Technologies, которые вот отчитаются за 2023 год. Про ГМК Норильский никель мы, безусловно, не забываем. И, наверное, я бы выделил бы металлургов, значит, Северсталь и самолет, который в пятницу отчитается. То есть на вот эти сделать, наверное, основной акцент. Конъюнктура складывается достаточно нейтральная, хотя ты уже хорошо отметил о позитивном начале этой недели, то, что фьючерсы хорошо реагируют. В основном они реагируют на слабость рубля, на силу нефтяных котировок. Это все подогревает, естественно, машины. Хотя ранее, в 2023 году, мы замечали, что корреляция, она часто отсутствовала из-за того, что все-таки наш рынок, он немножко как бы в своей песочнице играет. Вот. Но стоит в первую очередь посмотреть еще на динамику рубля. Мне кажется, это очень интересно, потому что он подходит к верхнему диапазону. То есть чем выше он будет, то есть, допустим, мы будем уходить к 92 и пробитие уровня 92, это поспособствует хорошему росту именно котировок экспортеров наших. Допустим, можно выделить и Лукойл, и Роснефть, которые немножко сейчас остались, можно сказать, позади на той неделе, но имеют достаточно большой потенциал, так как приток ликвидности в виде реинвестирования дивидендов, оно, естественно, будет складываться и на этой неделе. Но стоит отметить, что участники рынка, они ведут себя не столь активно, как в первые недели вот, торгового января. То есть большинство сейчас выбирает в любом случае именно фонды ликвидности, и они сейчас более привлекательны, так как имеют меньший риск. А у нас геополитика вновь выходит на первый план, и мы понимаем то, что это будет давить действительно на рынок. Тем более есть неопределенность со ставками, как, собственно, и в Америке, потому что наш рынок до также нашей, до нашей ставки, получается, еще далеко. Ну, по сравнению с американским заседанием, наш только 16 февраля состоится. С рублем с тобой соглашусь, нефть действительно поддержит. А что еще? Дивидендный сезон еще не скоро? Или могут прийти какие-то дивиденды, которые могут поддержать и спровоцировать рост рынка? Потому что пока безыдейный рынок в боковике. Главная идея, которая есть сейчас на рынке, я думаю, это в каждом фактически выпуске муссируется, это металлургический сектор. То есть все инвесторы, институционалы, они ожидают именно, что вот сейчас металлургический сектор в полном объеме вернется к дивидендным выплатам. И то есть там сейчас идет распределение ролей. Ты правильное слово выбрал, что уже обмусолили их со всех сторон. Наверное, тут один только комментарий от тебя хотел бы услышать. Выросли металлурги на всех этих спекуляциях и словесных интервенциях с осени до текущего момента на 20-30, по-моему, Северсталь даже подросла. Рост исчерпан или есть еще потенциал при объявлении дивидендов телу акций подрасти? Вот, кстати, про потенциал. Это очень хороший вопрос, потому что среди всех металлургов потенциал именно у ГМК Норильского никеля. Потому что если сравнивать движение роста, то есть у того же самого ГМК Норильского 12% роста в соотношении с тем же нашим индексом, который в 44% рос. Но и у ГМК Норильского никеля, к сожалению, больше всего проблем среди всех наших металлургов. Ну, вот да. Я считаю то, что не отыгралась идея. Что еще идея, все равно рынок живет ожиданиями. То есть ожидания еще оно вот есть, витает еще в воздухе, в свете, поэтому как бы, пока оно есть. Но это больше русалка снется, как бы новые санкции против алюминия. Коротко, 30 секунд. Делимобиль не ждешь, IPO-то? Если честно, я не очень люблю такие истории. Слишком у него есть большой конкурент в лице гегемона монополиста Яндекса, поэтому... Но это интересный... Наш IPO интересен с точки зрения спекуляции именно на
вот в первых порах его, вот этих, которые есть, они интересны действительно запрыгнуть в этот вагон, но при этом, как мы наблюдаем, те IPO, которые прошли, они происходят по одному сценарию. Мы уходим резко наверх, и потом нас очень быстро давят вниз. Поэтому стоит очень быть аккуратными с этим. Да, Делимобиль сегодня начинает собирать заявки и уже объявил коридор цены. Ну, а из интересного, конечно, будем следить за макроданными из США и заседанием ФРС, и инфляцией в Евросоюзе. Будьте в рынке, мистер РБК. We'll be right back.